Итак, приветствую вас, дорогие интернет-зрители, с вами Скудер, канал Ни Слова об играх, и мы продолжаем проходить Дюну, The Battle for Arrakis. Атридесы стали нестерпимо шумными, постоянно вопят о каких-то там правилах честной игры. Мы, ордосы, не любим вступать в поступорожние споры, поэтому единственный выход доказать им нашу правоту – уничтожить физически. Эту задачу мы доверяем тебе. Ой, спасибо, мужик. Ракетные башни, установленные в ключевых точках обороны, будут очень эффективны. Вот, в этой миссии у нас появятся ракетные башни. Да, в прошлой миссии мы с вами одолели... То есть она была четвертой. По идее, там должны были быть ракетницы, но не у ордосов. Поэтому мы воевали чисто танками. Но здесь у нас появятся уже ракетные башни плюс старпорт. А это значит, что будут и ракетницы, а не же Катюши. Ну что, приступаем. Атридесы, значит, все пытаются честно как-то играть. Но мы будем следовать своей же логике, подкупать. Если кто-то не подкупается, то уже будем уничтожать. Жестко пресекать любое сопротивление. Так, эту миссию я так примерно помню. Я знаю, что у них здесь будет две базы тоже. Соответственно, одна побольше, другая поменьше. Но проблема в том, что я не помню, на какой из этих баз главный завод. Ну ничего, проведем небольшую разведку и... Я думаю, справимся с этим, с этой задачей. Так, ну, здесь уже будет развитие более... больше времени отнимать, потому что тут... Я не помню. По-моему, здесь летательных аппаратов, ну, боевых именно еще не будет. Орнисептеров или септеров. Орнисептерс. Вот. Но, тем не менее, те же там высадки и прочее. В общем, ракетными пушками придется обкладываться. Плюс нам нужен старпорт. А это значит, что нужно будет больше электростанций, больше энергии, больше денег. Ну и, в общем, поэтому, соответственно, больше и времени на развитие. Вот. А, и здесь уже сейч танки появятся. Мои любимые. Это тяжелые танки. Это, как мы знаем, средний танк. А сейч танк — это уже тяжелые танки. Двухдульные. У них два ствола. И будем атридесов, короче, в два ствола прожаривать. Вот. Так что пусть готовятся. Так, самое главное, Катюша не проглядеть, когда нападут опять же Катюши от рейдисов, потому что у меня пока их нету, дальнобойного такого оружия, которое... Так, вот кто это? Только заговорил, и тут же напала. Гадь, да блин, куда ты? Ай-ай-ай-ай. Нехорошо. Ах ты, тварь, убила. Ну, мразь, а. Здесь нету червя, но зато эта сволочь, блин, появилась. У меня такое впечатление, что она здесь... Кто еще? Кто-то стрелял? Нет? Что она прям вот тут просто стояла. На этом отрезке. Блин, тварь. Ого! Как она так... А, она попала, пока он ехал. Капец. Сволочь. Да. Это нехорошо. Начало такое себе. Так, у нас еще 500 рублей есть.
Блин, хоть сноси... Ай, ё-моё. Хотел навестись. Хоть сноси один из заводов по новой ставь. Ух ты, блин. О, Сейдж приехал. Так, еще и задавил, блин. Вот гад. Так, давайте-ка вот так, наверное. Эти справятся. Станчиком. А вы на Сейджа, пацаны. Блин, да, начало суровое. Так, надо аутпост и танковый. Танковый. Вот куда его поставить только? Наверное, вот сюда. Угу. Вот так же ниже поставлю. Как оно есть тут. О, блин. Приехал. Массированно чисто. А куда это ты? Давай сражайся. Поганец. Ты чё не стреляешь? Всем бой. Всем бой. Ты стреляешь? Все стреляете. Так, это чё? А, это... Так, аутпост. Блин, очень плохо, что взорвали у меня один этот. Это еще нас больше замедлит вначале, пока мы не построим танковый и не... Чё ты тупишь? О, ну хоть зато это заберет. Ага, прикольно. Ага, уже электричества не хватает. Вот о чем я и говорил. Так, вот пушка появилась у нас. Она уже с такими ушами вон. В отличие от этой. То есть у нее радары стоят мощные. Так, электроэнергия, да? Давай сюда вот поставим. Так, и надо танковый. Ладно, пока, наверное, не буду. Пока фабрику поставлю. Жизни все равно медленно будут утекать. Пока что. Надо построить первым делом харвестер второй, иначе это будет очень долго. Вообще. Да, видите, больше никто не едет. Значит, это, естественно, не их земля. Ну, просто Катюша, видимо, действительно тут стояла и на их земле. Ну, хорошо, что он возит ее. Давай на... Отлично. Прикольно. Я такое, если честно, не помню, чтобы не построив Кэриал. Ай-яй-яй. Так, ну ковыряйте ее потихоньку. Так, она уже по-главному лупит. Так. Даже не знаю, 300 рублей, это как раз у нас станция, электростанция. Ну, блин, покоцали главный, ладно. Хотя фиг с ней, с электростанцией. Не-не-не, стоп. 300, давай-ка закажем харвестер. Вот. Все, наковыряли? Ну, чё вы? Пацаны, давайте-ка. Воюйте. Хватит? Должно хватить. Давай. Хорошечно. Так, денег совсем нема. Так, ты тут чё, куда поехала? Есть тут двойной. Двойной слой. Не, нету. Блин, плохо. Ладно. Копошись тут покедово. Главное, чтобы меня сейчас не снесли. Главный. Еще пару Катюш и все. Так. Опа, лазутчик. Ничего себе. Так. Какой-то ты подранок. Ничего себе. Пролез как. Чё творит? Вот чё творит, а? Дуралей.
Так, тут напали, да? Ой, сейч опять. Ё-моё. Всё, в атаку. Да, начало миссии тоже сложное здесь. Я что-то забыл. Ну, во-первых, потому что нас сожрали. Точнее, не сожрали, а убили одного харвестера. Так, энергии не хватает, поэтому все медленно строится. Перегрузка на станциях. Электричества нету. Так, здесь в этой миссии, по идее, нам уже должны подкрепления привозить. Ну, типа как с предыдущих баз. Вот. Так, а где второй? Хорошо, сейчас еще один приедет. Ну вот, сейчас должно стать полегче. То есть можно пока даже на танки, грубо говоря, не тратиться. Так, вот, Сейдж. Откроем его. Ну и строить базу пока. Так, что нам надо? Оу, нифига себе. Смотрите-ка, она его прям возит. Молодец. Так, 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 так. Так, так, так. Хай-тек у нас здесь еще вот появился. Но, не знаю, пока смысла в нем нету. Ремонтный надо поставить. Завод. Пока денег мало, будем чинить потрепанную технику. Так, он сколько? Он 700 стоит. Он сейчас сожрет все деньги, которые привезет этот харвестер. Ну ладно. То у меня тут... А, блин! О, высадился. Собака такая. Блин, а отсюда... Это кто, Катюша? Да хорош стоять, воюй. А кто его убил? А, свой же и замочил, блин. Опять не хватает, да ты чё, серьезно? А, езжай, езжай, чинись. Лечись. О. Ну-ка, помоги-ка. Ага. Капец, начало жесткое. Ну вот, зато у нас сейчас танк есть. Вот, подмогу привезли. Еще один комбат-танк. Она его пытается схватить, а он уезжает. Ладно. Так, воюем, пацаны. Да, жестко. Опять электричества не хватает. Так, а чё это тут стоишь? Никто с тобой не воюет. Нифига, чуть не взорвал. Ага, и денег нет. Да. Стоят, он сразу двух коцает, когда они друг за другом стоят. Пока каждая полосочка жизни решает. Надо беречь технику. Как это называется? Микроменеджментом заниматься. Ну-ка, убить. Так, ну-ка, починим. Опять, блин, все плохо. Надо электростанции понаставить, а то что-то не хватает энергии. Вот здесь уже можно будет обнести прям завод этот забором.
Тогда будут их таскать наши летатели. Кто там, блин? А, нет! Мразь, да как? Нифига они здесь на харвестеры нападают. У них что, база прям тут? А, это он сагрился с охраны, нифига себе. Так, а давай-ка мы тебя починим сначала. Так, что нам надо? Нам надо электростанции, много электростанций. Так, сюда еще поставим. Полечился, полечился. Ну езжай вниз, или что, внизу не осталось, что ли, ничего? Езжай, езжай. Тебя там добьют нафиг. Все. Так, старпорт куда-нибудь воткнем. О, а давайте старпортом его и заткнем. Сюда воткнем старпорт тогда. А, он не воткнется прямо под ним. Сюда вот не поставится, да. Ну, ладно, наискось поставим. Чё там? Опять Катюша. Сволочь такая. Так, ну денег все равно пока на старпорт нету. Ладно, мы тогда еще одну сейчас электростанцию воткнем. Надо еще пушек будет понатыкать. Множество. Блин, в первый подвоз сейджев мне не привезли. Зараза. Так, о, ничего себе. Да, ну пока нет пушек, конечно, да. Сложновато. Ёлы-палы. Походу, пока не было энергии, еще не это. У меня так жизни потратились. Может, это Катюши уже так постарались вражески. Черт их знает. Так, кого ты там забираешь? А, эту. Пехотинцев оставь. Есть. Так, ну-ка вниз, дура. Ты чё творишь, блин? Кто-то вверх лезет и лезет и лезет и лезет. Не тупи, блин. Так, откуда стреляют? Ё-моё! Хана, вот это все. Сейчас взорвет. Так, 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 чиним, 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 чиним. Это высадили десант, блин. Вообще жесткое начало, без пушек прям стрёмно здесь. Так, ну-ка. Ёлы-палы. Так, а у меня опять один, что ли, харвестер только? Нет, два. Ух. И что, и деньги кончились? Я что, их все на ремонт потратил? О, да ладно, сразу два сейджа. Охренеть. Так, это что у меня? А, у меня один, получается, комбат-танк сражался с... Ты чё, блин, мразь? Бить уже ее, ёлки. Палки. Все. Так, ладно. Молодец это, Кэрил. Выследила то, что... Блин, куча проводов запутался в них. Вообще жесткое начало миссии, офигеть, просто жесть. Поближе встань. Мам, ты помоги. Че стоишь? Воюй, ты тоже чё спрятался, блин? На передовую. Трус. Так, чё у нас тут по жизни? Блин, так и не долечилось. Чё-то какого хрена? Деньги же есть.
все желтое, кошмар. Так, ладно, что там по электроэнергии? О, хорошо. По электроэнергии прям замечательно. Ну-ка, улучшим-ка мы. Кто там опять стреляет? Уничтожить. Все что? Да. Так. Так, надо на передовую в подмогу моим танкам поставить пушек. Сюда вот натыкать. Так, вы как, мужики? Нормально? Чувствуете себя? Так. Угу. Так, ну в принципе, сейчас осталось только обложиться пушками и старпорт еще поставить. Ну, может, придется еще и электростанции. А, и я хотел пару спайсов все-таки воткнуть. Ну, хранилище. Хранилище. Потому что, да блин, опять закосали все. Как они успевают? Тем более в середине стоят. Неужели это одна Катюша так все мне расстреляла? Вот опять влупила. Тварь такая. Молодцы. Так, ну-ка, пятачочек сюда. Чик. Все, ставим пушку. Первую. Сейчас поставим пушечек. Несколько штук. Потом надо будет старпорт все-таки воткнуть. Дабы Катюш заказать. Ну, в охране я не знаю. Я Катюши, наверное, оставлять не буду, потому что в охране будут пушки. Вот, Катюши будут чисто атакующим у нас оружием. Собственно говоря, в момент, когда они появляются, это основная ударная сила. Артиллерия. Вот. Так, они вот так нападают. Ну, так закроемся. Потом надо с этой стороны поставить. Ага, нет уже денег. Ты чё, мразь? Успел стрельнуть ещё и по заводу. Главное. О, на подходе начинают бить супостата. Так, знаете, что я хочу? Я хочу проехаться немножко. Клаустрофобию снять. Правда, есть страх открыть. Паука, хотел сказать, червяка. О, во, видите, не зря поехал на разведку. Тут прям рядышком у нас, оказывается, есть пряность. Так, вот где? Где мои харвестеры? Во, во, это опять их высадили сюда. Сволочей. Так, один разгружается, а второй где? А, во, сам тут пятачки нашел, молодец. Самостоятельно. О, отлично. Хорошо. Так, езжай-ка, наверное. Охраняй сюда вот. Так, ты у нас тоже отсюда же, по идее. Так, еще одну пушечку ставим. Так, а сколько старпорт? Палас, помню, стоит 1000, а этот 500. Нормально. Так, что, продолжаем тут исследовать, что у нас есть вообще вокруг базы. Так. Во-во-во, пролез, блин, еще один. Вот видите, что творят, блин, по своей пушке лупят просто. Вести вас чуть-чуть подальше. Что ты творишь, а? Нормалей. Раньше стрелять надо начинать, чтобы они не проезжали, блин, балбесы. Так, тебя мы, наверное, вот сюда поставим. Ты эту сторону защищал. Так, 1100, что по электричеству пойдет.
Ставим старпорт. Так, подожди, там не взорвали у меня эти бетон. Так, вот сюда мы его туда воткнем. Угу. Отличненько. Остальное забетонируем. Так, продолжаем ездить. Так, ну тут вниз еще, надеюсь, там большой кусок. Так, здесь походу все, да? Нету ничего. Ну вот такой нормальный кусочек. Вот взорвали, да? Так, что тут? Ага, воюйте, воюйте, мужики. Так, вот. Ставим, значит, старпорт. Дальше. Дальше, знаете, что мы делаем? Так, что по электричеству? Пойдет, отлично. Дальше мы, короче, ставим парочку этих. Чтобы деньги в никуда не уходили, а копились, когда особенно в атаку пойдем. А мы его сейчас заводами и законопатим. Смотрите, как клево. Даже бетон не надо будет ставить. Так, Сейч, чё стоим? Давай сюда. Все, законопаченный. Так, и смотрите, в старпорте, короче, объясняю. Те, кто, может, не в курсе, вот видите, зенитка тут появилась. Хотя в основном танковом заводе нету ее. Короче, здесь всю технику можно заказать, кроме сейджев, пока они вот только появились в основном заводе. И здесь можно заказывать... здесь как? У вас наличка должна быть сразу. Вот, например, сейчас я не смогу заказать эту зенитку, типа там... Она не начнет строиться, как это в основном заводе. Вот, смотрите, нельзя. Потому что деньги должны быть у вас на счету. То есть вы как бы, ну, наперед платите. Это присылают наемники нам технику. Торгаши, короче, вот. Не наемники, а торгаши. И получается, если у нас, допустим, есть несколько тысяч денег, да, то мы можем здесь заказывать, вот будь у меня сейчас 2000, например, с копейками кредитов, я мог бы сразу заказать, например, 4 катюши. Прям разом. Тынь-тынь, зашел, 4 штуки заказал. И там прилетает вот сюда тоже такая летучий такой голландец и всю технику эту привозит. О, отлично, увозит на починку. И смотрите, она сейчас его починит, а выезжать ему некуда. И она его обратно заберет и на то же место прям поставит. Вот, все, он починенный. А выехать не может. Вот она приезжает. Оп, загрузила. И прям на то же место ставит. Вот что самое клевое. Оп, видите? Это классно, особенно когда идешь в атаку, и она вот забирает технику, и туда же тебе приносит. То есть ей не надо самоходом возвращаться в этот, на базу. Так, знаете что, я думаю, наверное, все-таки надо эту поставить, Hi-Tech Factory. Ну, это где летательные аппараты у нас изготавливаются. Так, танковый я, наверное, все-таки законопачивать не буду. Так, куда его туда поставить? Да, воткнуть. Блин. Не хочу закоулки делать, если честно. Так, ладно, давайте я, наверное, вот сюда ее воткну тогда. Вот. Ага. И построим на всякий случай еще одну леталочку потом, когда лишние деньги появятся, чтобы она ну, оперативнее забирала она у нас технику, когда мы в атаку пойдем. Так, давай-ка тут разведаем, что у нас есть. О, это все, она прям приклеилась к ней и возит. Что самое хорошо, что не просто возле завода где-то бросает, а прям на ресурсы ее отвозит и назад. Молодец. Так, это у нас Hi-Tech Factory. А, и эту возит, да ладно. Ну-ка. Да, смотрите-ка. Обычно таким занимается только это. Только та леталка, которую ты строишь. Даже если завод по переработке кирпичами обнести, ну, стеной этой, она не будет так возить. Что-то это, по-моему, в ней сломалось.
Она будет высаживать ее просто здесь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Куда он лупит? Ты куда стреляешь-то, дурень? Аутпост лупит. Так, ладно, надо продолжать базу, короче. Пушками отделывать. Надо еще электростанции поставить. Так, ладно, давайте вот сюда еще, наверное, парочку воткну электростанции. И все. И, в принципе, база готова. Останется только пушками ее обнести, и на этом все. Так, 300-500, давай-ка. Здесь вот она у нас, здесь цены постоянные на всю технику, а в Старпорте они, короче, меняются. Если технику какую-то слишком часто покупать, цена на нее взлетит. Вот видите, Катюша тут дороже, по идее, стоит. Ну, понятно, что так ее вообще нету, но... По идее, ее цена 450. Так, танк вот тоже чуть-чуть дороже стоит. Так, 300, а тут 315. Мотоцикл стоит дороже. Пока тут, короче, все дороже. Харвестер 405. Да, ладно, пока ничего здесь заказывать не буду. Я хочу харвестер. Еще один заказать хотел там, но тут пока дешевле. Построим еще один харвестер. И займемся обустройством базы в дальнейшем. Так, пушки, пушки. Сюда куда-нибудь на угол. Сюда, потому что они, видите, еще высаживают, блин, свой десант сраный. Поэтому надо. Так, во, поехал, молодец. О, вот этого должно хватить. Электростанций с лихвой. Так, где тут сеич? Ага, это весь у нас тут запас. С этой стороны вот стоит, ждет. Отлично, шикарно просто. Может, тут еще что-нибудь есть вокруг базы. Вкусное. Что-то, кстати... Атаки, по-моему, у них подослабли. Ага, сказал я, и тут же он сейч едет. Что они как-то сбоку нападают? Пацаны, вам надо это... Немножко правее переместиться, мне кажется. Ого, как сейч-то далеко лупит, смотрите-ка. Оу. Да как? В смысле? Я такое, по-моему, первый раз вижу. По крайней мере, я такого не помню, чтобы танк убил. Катюши, да, могут. Леталки убивать. Нифига, это он типа снизился, чтобы танк забрать, и сейч грохнул. Обалдеть, вот скотина, а. Надо сюда на передовую еще пушек, короче. Больше пушек. Так, знаете что? Так, вот еще сюда, наверное, воткну. Вообще прям сейчас обложусь, чтобы они даже проехать не могли. Пушки будут вместо стены. Ха-ха. Так. Ах ты, ты даже заехать можешь. А что ты там загружаешь? Точно, вот кусочек. Ладно, мы сюда пушку воткнем, чтобы не было возможности вообще заезжать, выезжать. Это я проглядел, ну-ка. Не надо нам такого счастья. Так. Так, 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 ладно, КРЛ пока не буду заказывать. Так, где тут сейч разведчик? Я почему сейджем разведываю, а не, например, комбат танком средним? Потому что у него радиус открытия гораздо больше. Так, ну-ка. Так, сюда. Так, надо с этой стороны поставить, потому что они иногда с этой прут. У них база вот где-то... Вот, как раз.
Поехал. Так, еще где-то высадились, да? Нет? Ага, вот они. Собаки. Воу-воу-воу-воу. Спокуха. Надо сюда, короче. В общем, надо по кругу базу. Ну, здесь они, в принципе, под обстрел. Да ладно, еще! Ничего себе! Два корабля десанта, прикиньте. Вот оборзевшие мрази. Так, сюда парочку. Еще, видите, когда вплотную подъезжает танк, пушка начинает не ракетами стрелять, а этими просто снарядами такими. Они более слабые. Так, что вы тут шороху навели мне? Собаки. Так. Еще сюда. Электричество пока полно. Так. А, это мой сечь приехал. Разведывальщик. Такой ходячий радар, ездящий. Так, сюда поставим на угол. И вот этот фланг у нас южный, незащищен. Ну-ка, цена не изменилась? Еще дороже стало, да ладно. Блин, сволочи. Лупят цены. Заблудился Харвестер. Ага. Взвизгнул. Так, танковый тоже баррикадировать не хочется. Сюда давайте поставим. Так, ну да, так полосочка-то подросла. Расходы электроэнергии. Все-таки. Пушки вот эти с радарами, которые уже дальнобойные, они гораздо больше жрут, чем те обычные. Rocket Turret. Так, Харвестер раз. Проверяем. Харвестер 2. Ага. И 3, да? Ну да, все 3. Надо еще четвертый будет сделать. Так, здесь 2, тут 1. Вот сюда еще. То нижний фланг совсем слабенько охраняется. Так, ну я думаю, хватит нам этого электричества. Все равно надо еще, ну, пушки две поставить сюда вот куда-то вот кнуть еще и вот сюда, наверное. Так, сюда вот кнем и вот сюда, сюда, чтобы танковый завод не закрывать. Как раз танки будут вот сюда, сюда и сюда выпускаться. Три линии, так сказать, конвейерных. Так, у вас тут все нормально, смотрите, все зеленые, все еще такой чутка желтоватый. Так, угу. Сюда ставим и еще одну вот сюда сейчас воткну, сюда или вот сюда, сюда, наверное, и все. И в принципе я доволен охранной базы. Начнем строить армию. А, вот так. Так, что по ценам? Что по ценам также? Высоко пока. Так, 1260. Ну давайте. Первый. Это мы еще ни разу не построили ни один танк. У нас только пару харвестеров под нашей маркой Ордос было выпущено на своем заводе. Атакующую технику мы еще не строили. Так, где ты тут? Есть. Так, и надо в разведку будет сходить. Вот в таких, в поздних миссиях все-таки в разведку лучше ходить. Там пару танков сейчас отправлю. Вот, наверное, вот эту штуку и какой-нибудь танчик такой. Самый слабенький. Так, Сейч мой разведывательным делом. Больше всего атакуют вот отсюда. Давайте на нее. Это, скорее всего, основная база, а это так, прихлебатель. Но вполне возможно, что как раз
прихлебатель с основной базой и отсиживается как бы. А атакуют они с периферийной такой. Не особо важно. То есть, честно, мне прям хочется сюда еще воткнуть одну пушку. Или вот сюда. Криво атакуют. А, нифига себе. Аккуратней, блин, со своими пацанами. Так. И ждет, да? Да, давайте-ка, наверное, еще одну пушечку сюда воткнем. Так, что я хотел? Я хотел еще один харвестер построить, чтобы было по два на каждый завод. И все. Тогда я счастлив буду. Ой, дорого. Ой, дорого, дорого, дорого. Ну, Катюши так или иначе все равно придется брать. Так, давайте, наверное, те, кто пойдут в разведку, мы их прям починим. Тебя... Так, ага, ждет. Сюда, наверное, воткну, чтобы она как можно дальше была выдвинута. Так, во, уже где-то опять напали. Нет? Это они по чечку стреляли. А, вот поэтому. Понятно. Так. Все, харвестер готов. Это полный едет. Ага, вот новенький. Хорошо, хорошо. Че там, починился этот машин? Ага. Починилась. Сюда едем. Вот у них где-то вот здесь вот база. Она не на самом верху. Она где-то вот тут. И на этой же линии где-то вот здесь. Я так вот помню. Ну, приблизительно. Но точно не в самом верху. Это прям я... Помню, что у них такая, можно сказать, две базы, они почти соединяющиеся в одну. Так. Что нам там? Еще один танк нужен. Какой тут подранок самый, да? Иди лечись. Ты нам нужен живой. Что там, цены не упали? Не упали. Сейчас поднакопим деньжат. У нас можно 4000 накопить. По 1000, как я говорил, вот в каждом из этих заводов. И по 1000 еще в этих. И тогда накупим себе Катюш. А, блин, открыл! Не-н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 е. Давай. Так, пацаны, палево, сейч, да сейч, блин, кого ты цепляешь, ё-моё. Так, где еще, где мои харвестеры, так, мужик, сюда, пока что, так, один все-таки сожрал, да, сколько у меня харвестеров? Ой, хорошо. Сейчас они его загасят. Все. Нет. Отлично. Прекрасно. Ну, тяжелая техника, да. Она уже может с червями справиться. Тяжелая может. Так, тогда нам надо еще один харвестер. Пацаны. Копаем. Чего? Про тебя, что ли, это говорят? Approaching. Так. Ты вот куда-то не туда полез, вот наверх, кстати. Тебя там нахрен грохнули сейчас, и все. Нет у меня времени за вами, за каждым из вас следить, елки-палки. Так, что там у нас с этим комбат-танком? Который... Блин, урод. Че тут? Аутпост стрелял. Да, надо периодически, блин, проверять тоже здание, потому что... Катюша, она даже если один залп сделает из двух ракет, она может какой-то завод прям половину жизни развалить. У них же тоже разное количество. Так. Комбат-танк, его что, грохнули или что? А, подожди, у меня и было три. Че его не грохнули? Так, давай. Чуваки.
Так, это кого он Харвестера повез? Кто кричал, кто верещал? Да, сейчас у нас налажена бесперебойная практически подача ресурсов. Это хорошо. Что по ценам? О, снизилось. Так, 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 давай. Сейчас накачает вот он. Сейчас еще одна подоспеет, да? Нет, не это. Так, что тут? Вот, да. Да, не обе. И можно прям будет заказать. О, везут, везут, везут. Смотри, наглые какие, а. Так, ну ладно, разбирайтесь с этим лохобойщиком. Так, собирать, наверное, будем атаку где-то вот здесь, чтобы нас не трепали. А чё ты покоцанный? Ну-ка, иди полечись. Фига себе. Ну, никто его не трогал. Так, 2500. По 300. Ладно, заказываю. Отлично. Почти на сотку дешевле. Вот видите, одну заказал. Вторую заказал. Третью заказал. Опа, out of sold. Да? Или что тут? Ага, перевели, классно. Хотя я здесь еще вообще ничего не заказывал. Странно. Так, ты у нас лечиться едешь в санаторий. Так, блин, стрёмно. Это сколько? Три всего штуки? Вот, видите, такая штука. Летает. Как она, правда, блин, она сама-то размером чуть больше Катюши. Вот, хоп. Первая. Вот они, мои красавицы. Так что все, у ордосов теперь тоже есть дальнобойное артиллерийское оружие. А что ты не забрала? Что такое? А, еще кого-то. А, ну правильно, Сейч один уже мною посланный туда. Так, хорошо. Убираем их отсюда, потому что они далеко бьют, будут нарываться. Давайте к одинокому Сейджу. Здесь, по идее, должны были еще добавить лимит по танкам. Так, что ты, забирать-то будешь его, нет? Так, этот у нас тоже идет уже в атаку. 2800. Так, и должно, по идее, пройти сколько-то времени до следующего. Одну только еще можно заказать. Нет, значит, не должно пройти. Так, а здесь продолжаем тогда клепать сейджи. Обычно примерно пополам делаю. Хотя можно даже Катюш больше сделать. Сейджи будут... Они как охрана. Блин, ты тоже не поехала, да? Вот. А все разносить. Так, по мне тут стреляли, я смотрю, вот открылось, блин. Мразота. Некультурная. Так, что тут у нас? Поехали. Когда идете в разведку, лучше по прямым линиям их вести. Так они гораздо меньше времени как бы тратят. Быстрее едут. Так, где ваша база? Стрёмная. Оп, 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 оп. Так, обходим, 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 обходим. Давай, это у нас самый скоростной. Оп, главное, чтобы не зажали. Давай, 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 давай. Не-не-не-не-не, не туда я тебя направил. Ай, 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 ай. Давай, ау. Блин, давай. Комбо-танк. Да куда ты поехал, идиота, кусок? Ой, блин, олень. Мразота. Ладно, следующий. Надо прям полностью живых отправлять. Полечись. Ну и чё застряли? А,
отлично. Да я говорю, искусственный интеллект, конечно, тут шикарный. Катюша заехала, а этот на нее наведенный и заткнул ее здесь же. Красавцы, блин. Так, вы у меня что тут встали? Рутика сюда. Так, что там за обстрелы? Так. О. Пострадала зениточка. Так, все, тебя полечили, да? Ну куда ты вот стреляешь? Дуралей, нахрен. О, открыл их базу и сразу массированной атакой пошли. Не понравилось им это. О, блин. Видите? Чуют, что внизу все-таки у меня пушек поменьше. Сюда высадились. Ну-ка. Стреляете, стреляете. Молодцы. Все, завалили. Ага. Так, 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 так. Что у нас тут? Прокашлялась эта тема. Пока не восстановилась. Смотри, лазучик. И даже успел стрельнуть. Сволочь. Так, смотрим. Что у нас тут с базой? А, я уже вижу. Вот он, главный завод. Характерный такой тут заборчик. Так. Ну что, давайте, наверное, я вот с этого фланга зайду. Прямо вот на эту линию встанем, вертикально вверх. Как пошлем его сейчас по прямой фигачить. Мимо вот так вот, хоп. И вот сюда куда-нибудь. Так, пожертвуем, так и быть. Чтобы полностью ее открыть, вот не помню. Она вот вверх так вытянута, или это вся база, блин, такая маленькая у них? Почему они тогда с нее нападали? То есть это маленькая база, получается, может быть, с главным заводом. О, сейчас задавит. Чик, молодец. Ага, вот танковый здесь. Да, до верха, до самого верха. Ну, в принципе, все равно база маленькая. А, здесь обычные пушки. Фигня. В принципе, фигня фигневская. Ох ты, ё-моё. Ой, достреливать будет, нет? Ай, достреливает, да? Нет? Чё, заберете меня? Ответ. А, блин! Катюша уделала собака. Думал, удастся его домой провести, починиться. Ну вот, короче, такая база. Вот она главная у них тут. Маленькая вообще. Сейчас мы ее сомнем. Так, ну чё там? О, ничего себе, цена поднялась. 700 почти. Вот это да. Так, ладно, строим тогда пока сейджи. О, а чё, никто не везет. Цена... Неужели у меня их все перебили? Построить одну леталку. Или, блин, все заняты. Так, где харвестер? Так, 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 раз. Блин, по вам тут... Блин! Меня, походу, харвестеров перехерачили. Морозина. Где-то есть. Так, а давайте... А, вот она, вот она, вот она, вот она. Ну-ка, завали-ка. Ай, блин, все, заминусь сейчас. Есть. Так, ну это, по идее, тварь в охране просто стояла. Хорошо, что ее сняли. Так. Это у меня, получается, один харвестер остался. Кучно поработала тварь. Да.
Это покоцанную сюда привезли, блин. Я ее сюда вообще-то отправлял на починку. Ай. Так, куда ты ее высадишь? Куда ты поехала? Лечиться, я говорю. Хрена тебя вот сюда-то доставляют. Ну. Ты чё, идиотка, что ли, блин? Сюда, я говорю. Ой, да, искусственный интеллект шикарен просто. Обалденный. Это у тебя, ты косая такая, наводка у тебя вообще не работает. Я направляю на один завод, она, блин, в другой. Ой, чукча. Тупорылая, блин. Так, ладно, еще одна попытка. Как говорится, не пытка. Так, ну и... Ё-моё! Ты чё меня бесишь-то, мразь? Так, надеюсь, больше сюда никто не будет вылазить. Езжай-ка ты вниз от греха подальше. Ай. Чё-то да, нету нифига тут. Так, чё у меня тут по танкам? 5, 6 сейджев и 4 катюши. Блин, катюш маловато. Так-то можно было бы, в принципе, и начать атаку уже. В общем-то. В общем-то, начать можно было. Так. 4, 5. Сейчас, наверное, в две шеренги их построю. Чё там за война, блин? По супостату шмаляют. Молодцы. Так, два харвестера, да? Один еле живой. Я вот не знаю, если у него жизни мало, он влияет это на скорость сбора его спайса или нет. Возможно, влияет. Так. Сюда. Ехай. Так, ты сюда. Ну и катюшки. В арьергарде. Так. Если вдруг они нападают на нас, ну, мы сейчас поедем в атаку, то, короче, я катюш снимаю с цепи, и они атакуют. А ударной силой будут сейджи. База вообще ни о чем, на самом деле. Главное, охрану снять. Это самое будет то, что мобильная техника. Так, пацаны, блин, что там? Живые вы, нет? Живые, вроде никто не стреляет. Ладно. Так, что у нас тут? Комбат-танка замочили или он... Нет, он на починке был, да? Хорошо. Ну и все, да. Со следующего сбора надо будет еще, наверное, харвестер один построить. Ну и танков еще прикупить. Так, вот так вот, да, значит. Ну да, по центру пойдем. Первые сагриться должны катю. Уже, кстати, уехала, по-моему, одна. Сейчас начнет шмалять по сейджам, скорее всего. Да, тварина. Ой,
Так, все. Неплохо. Разобрали. Полтора косаря приехала. Так, строим еще один харвестер. Сейчас, в принципе, вот эту базу разгромим. Вот тут еще есть спайсик. Так, кто у нас следующий сагрится? Там у них еще сверху Катюша была. Но снизу вроде больше нету. Аутпост у них. О, хорошо. Аутпост это важный. Достаточно. Чего вы не стреляете? Спасибо. Так, надо, знаете что, Катюшу заказать еще. Если они подешевели. Блин, они подешевели, но что-то это. Не строятся больше, странно. Не заказываются. Ладно, сечь тогда закажем. Так, что там, пацаны? Никто на вас не нападает больше? Катюша! Катюша! Блин. Так, тебе сейчас, блин, шмалять начну, пацанчик. Пушка, да. Так, забирает уже, молодец, работает. Все. Охрана, в принципе, да не в принципе, а вот что-то один подранок остался. Все. Так, одного увезли лечиться в санаторий. Так, сейчас еще тебя заберут. Ладно, тебя мы пока оставляем. Так, ну что, Катюша, настала ваша работа, ребята. Ой, да ладно вам, ё-моё. Во, видите? Оп, назад привез. Чик. Отлично. Так, кто там? Кто шмалял-то, блин? Фига они по пушкам как лупят. Далеко. Так, стреляешь, да? Хорошо. Сая, конечно, капец. Блин, Катюш мало. Надо Катюш, чтобы было штук 6, а то и 8. Тогда, да, они разносят. О, назад привезли. Все. Два танка покоцали, их обратно вернули. Отлично. Шикарно. Так. Ставим их сюда. Сейчас по тебе лупят, да? Сейчас сносим эти две и сразу по главному херачим с Катюшами. Все. Сейджи у нас чисто для прикрытия. Вон, видите, уже опять начало все мерцать. Даже стрельнуть не могут. Количество Катюш компенсирует обычно их косость. Потому что они косые, просто трындец. Так, это Сейджик у нас тут выпекся, да? Уезжай пока что сам. Ну что там, Катюши появились, нет? О, есть, зенитка. Так, 330. Да блин, по одной штучке всего. Офигеть. Я даже до лимита никак не могу дойти. Так, ну что там? Вот они, красные уже. Есть! Так, ну давайте вторую. На подмогу. Не встаешь? Еее, мадафака. Так, Сейджи. Выдвигаемся на позицию. Так, вы, короче, сюда лупите. Пока что. А вы две пока не установили пукалки. Так, а какой он там шмальнул? Блин, отойди-ка пока. Не видно. Есть.
Чё не летит никто? Все, минус главный, больше они ничего не построят. Шикарно. Отлично. Ага, во, забирает, хорошо. Так, ты уже приехал, красавчик. Так, ты тут что, разобрала пушку? Ну, по этой стреляй. А, ну, тоже верно. Так, знаете что, надо вот аутпост правильно взрывать, и все, они тогда... Правда, у них на той базе, наверное, тоже есть аутпост, но если нету, то они перестанут строить тяжелую технику. Все у них... Если у них больше нет аутпоста, с этого момента они не имеют больше возможности строить тяжелую технику даже в танковом заводе. То есть только... А, этот... Ой, хорошо. Не-не-не-не-не, электричество снимайте, нафиг вам эти коллеги, не били, да? Вот, о чем я и говорил, вот они, квадик сраный построили и все. Так, что у меня там на базе война пошла, видать, активизировалась вторая их база. Или че, где шмаляют? О, ну они прям пошли мощно в атаку. Сразу тут... Высадился их десант. Ё-моё. Ужас. Так, Катюша еще одна. Я вот даже не знаю, вести ее сюда или нет. Сюда ее вести, по-моему, смысла нету. Хотя ладно, отсюда и поедем нападать на вторую базу. Она, в принципе, тут рядом где-то должна быть. От базы осталась только пушка. Да? Свити Сейджи у меня, они даже практически не работают. Они чисто вот охрана, прикрытие там. Да нужны вам эти квады, ё-моё. Сейджи, подъедьте-ка. Тут сейчас квады сагрятся. Так, чё, блин? Тварь такая. Не-не-не-не-не, промазал. Сорян. Так, все стреляете по ней? Есть. Оп! Ну и давай, добивай, добивай, добивай. Есть. По-моему, дальнобойных пушек не осталось больше. Если я прав. Так, где там Катюшка? Денег полно. Заказать ничего не могу. Out of order. Ой, не знаю. Сейдж заказать так, чтобы чисто это... деньги потратить. Леталку закажу. Главное, чтобы ничего не взорвали у меня тут, пока я там воюю. Угу. Ехай. Уничтожить. Так, теперь у меня 5 Катюш, по идее. Так близко подъехала. Странно. Так, все шмаляют. Пацаны, подъезжаем, не стесняемся. Все, заминусили. Так, прикрываем, прикрываем. Вообще, они вблизи, конечно, беззащитные просто. Вот такой квадик подъедет один и разнесет всех, Катюш. Они еще стреляют, хрен пойми как, вблизи друг друга коцают. Так, 5 штук, да? Подъехал, едешь, да? Чё там? Есть. И опять одну всего. Капец. А чё стоим? У меня такой вопрос. А, теперь... А, да вы чё? Денег нету? Может, сейчас хоть починишься? Так. Чё, ну езжайте сюда вот. Здесь теперь безопасно. В общем-то. Так.
Надо в разведку опять кого-нибудь отправить на вторую базу. Никого. Давай, будешь опять храбрым воином. У меня, если честно, по-моему, вот в этой атаке на эту базу ни один танк не погиб. Я, конечно, могу ошибаться где-то, но насколько я понял, всех, кого у меня покоцали, их забрали быстренько и вернули снова на базу. Починили и вернули снова в бой. Так что все чики-пуки. Так, собираем пока колонну. Главное не открыть опять червя. Блин, зенитки вообще на вес золота. Так, ну-ка, можно еще? Нельзя. Так. Что я хотел? Где ты там у меня? Починенный. Так, ну где-то да, вот я говорю, вот здесь база. Вот так. Где-то тут. Охранник он вылазил. Ну давай, поехали. Так, езжайте сюда, мужики. Что я вам хочу сказать? Капец. Денег нема. А, блин, червь. Твою мать. Ладно, я не брошу. Кого он сейчас там начнет жрать у меня? Он, естественно, начнет жрать у меня. Да куда ты? А, ну да, вот она вытянута здесь. Вытянута. Куда-то вытянута. Воу. Тормозит жутко, короче. Когда много танков на одном экране. Так, все, ну ладно, понятно. Вот она тоже, в принципе, маленькая, просто вытянута тут. Так, чё. О, попёрли с той базы, все. Очухались, что надо атаковать. Ладно. О, ешь его! Ну! А, он сейджа сожрал, да? У меня тут сейдж стоял. Мразь такая. Так, давай-ка постоим пока. Сейчас его там завалят быстренько. С крупнокалиберных пушек. Ну, давайте. Ему немножко осталось. Все. Все. Хорошо. Справились. Работаем дальше по графику. Так, что там? Катюшку удастся нам заказать? Пацаны! Нет, аутофордер. Капец. Все, никак не могу лимит выбрать. Ладно, идем потихонечку нападать. Теперь червей нету. О, смотрите-ка, что я вижу. Шишечку. Так, ну-ка. Бам. Еще можно строить. Обалдеть. Так, где они там, база у них? А, она пониже, да, чуть-чуть? Вот так где-то. Ага, да, надо ниже спускаться. Надо спускаться ниже. Так, где еще Катюша? 6. А
изначально было сколько? 4, да? Ну вот еще 2 построил, блин. Маловато все равно, конечно. Маловато, блин. Так, сейчас посмотрим. Надо прям на линию выходить. Вот. Вот так. И долбить их сюда. Так, мужики. Пам. Ну и катюшечки. Катюшечки. Так. Вон два сейджа стоят. А Катюши? Так и нельзя. Хотя цена даже вон изменилась, а все равно нельзя. Так, в охране одни пушки остались, да? А, опять я, блин, не там собрал. Ё-моё. Еще ниже. Так, все войска. Харвестеры работают. Все хорошо. Пацаны. Пацаны сюда. Все настроены. Так, почему-то Катюши не поехали. Опять сачкуют. Во, замечательно. Тактика, ё-моё. Главное не заблудиться тут между собой, да? Так, о, ещё приехали. Так. Ты что-то от кого-то отбилась, да? От стаи. Нет. Вот сюда. В эту шеренгу. Так, ты, короче, замыкающий. Пацанчик. Так, Катюша есть? Нет. Значит, Сейдж первый сагрится. Потихонечку выманиваем. Посмотрим, сколько я техники в конце концов потеряю. Так, ну чё он там, блин? Думает ехать? Нет, балбес. О! Приехал. Бармалей. Есть. Замесили. Хорошо. Who is next? Так. Шмалять. Есть. Охрану заминусили. Ну, тут, наверное, еще где-нибудь что-нибудь есть. Ну что, опять ваша работа, красавицы мои. Так, на линию выходим. Оп. Сама начнешь стрелять. Поймешь, куда тебе лупить. Есть. Молодец. Так.
Ну а вы по этой, соответственно. Так, вторая группа. Сюда, сюда. Так, это начала тут долбить по этой. О, уже? Молодцы. Вообще быстро разобрались. Так, замочить его нахрен. Отличненько. А ты что тут стал? Тупишь. А, это типа охранник такой мощный. Так, кого там, Катюшу? Ладно, назад привезут. Так, валим вот это дело. Вставляем их без бабла. Так, ты, наверное, сагри вот этого чувачка. Вот. Так, что там дальше? Что-то не видно. Наших обижают. О, все. Замяли тему. Во. А, Сейджа привезли. Так, там пукалка такая вон есть. Обычная. У них еще и, походу, электричества не хватает. Ой, молодец. Я вас хайл за то, что вы косорылые. У меня так точно стали стрелять прям. Так, тут еще... Ага, вон дальнобойная стоит пушка. Продвигаемся. Так, где еще? А, вот Катюшка еще стоит. И еще одну привезли. Ага. Замечательно. Так, что-то вы еще влупили там, да? На нижний фланг. О, хорошо. Пару-тройку танков вам в защиту. Так, надо сначала вот эту разбирать. Так, что там такое? Классно, уничтожить. Ё-моё! Тут, оказывается, пушка была. Твою мать. Ах ты, мразь. Угу. О, ну не убили, не убили. Ха-ха-ха. Вот что самое клёвое. Следует сарай. Кого она там стреляла? А, человечек. Не стреляй.
стреляешь хоть? Козлина. Ой, отлично. Шикарно. По-моему, все. На электростанции осталось все, да? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ты чё, дура, творишь? Есть, замочили. А, еще электростанция. Ёлка. Вот теперь точно все. Ух! Ну слушайте, достаточно потная была миссия, блин. Поначалу с харвестерами, потом базу обустраивали, нападали они так на нас плотненько с двух баз. Но тем не менее, сдюжили. Один момент мне даже показалось, что они смогут меня дожать, когда вот в начале денег не было и пушек еще не было. Но нет. Развились. Мне понравилось. Да, такая была борьба тактическая. Зато сейчас посмотрим, сколько у меня погибло танков. Отличная работа. Успешная военная кампания на Дюне приносит нам огромные прибыли. Влияние дома Ордосов возрастает с каждым днем. Продолжай в том же духе. Все отлично. Карандашом вон Катюша стреляет. Опять ужас пустыни. Ну да, круто. Собрано спайса 29 тысяч. Ух ты, они немногим меньше собрали. 15, да? Войск уничтожено, капец. 15. Ну это я в этот отправлял в разведку, да? Сколько там? Штуки 4 танка. На убой, так сказать, это было бы, ну, 11. Ну и вначале там пехота вот это вот. А пехота, она считается как аж за двух. Сначала считают ее, когда трое умирает. Остается один. И потом еще одного, короче, еще там штуки 4. Это тупо пехотинцы. Ну и машинки еще там тоже штуки 3 было. Короче, почти все это вот то, что было в начале в охране. Все это переколпашили. И то у меня до последнего, считайте, комбат-танки стояли, я их только вот сейчас в разведке уничтожил. А вот серьезно, по-моему, в атаке у меня ни один танк не погиб. Может быть, один случайно где-то там. Так что вот, час 18, может не так быстро, зато следил за своими людьми. Вот, завод ни один не взорвали. Ну что же. Так, давайте код посмотрим. Да, это вот код Слимилани. Или Слаймилани. Если честно, не знаю, что это значит. Это что-то тоже к Дюне относится. Вряд ли это набор букв. Такого быть не может. Это у нас код на шестую миссию. И по идее в этой миссии уже должны появляться спецорудия. По сути, в ней будет все, кроме палосов у всех появляться. За кого бы мы ни играли, в шестой миссии появляются у Девастатора, у Харконинов, Соники, у Атридесов. У нас здесь появится у Ордосов красящий танк, появится летающая техника, ну именно атакующая. Вот, все заводы... Вся техника, кроме, я говорю, палоса еще не будет. Ну, это где спецоружие, да, у Харконинов это Death Hand. То есть ракета, у Атридесов это эти... Ой, скажите, как они? То они, наемники, да? Ну, отряд наемников, такие бронированные чувачки. Ну, а у нас, у Ордосов будет этот шпион. Вот, так что... Все, это была пятая миссия. Надеюсь, что вам понравилось, как мы ее одолели. Вот. Продолжим в следующей серии давить неприятеля. Вот, осталось, собственно, две миссии с Атридесами и
Харконинами, и последняя миссия у нас будет это Император. Вот. Ну что же, на этом давайте прощаться. С вами был, как всегда, Скудер, канал Ни Слова об Играх. Всем до встречи и увидимся в следующих сериях. Всем пока-пока.